Пара молодых людей неспешно прогуливались по центру Одессы в необычном виде. На куртках скотчем прилеплены настоящие деньги, а в руках таблички «Возьми, если нуждаешься». Таким образом, студенты второго курса Политехнического университета Игорь и Ольга решили помочь нуждающимся. Хотим помочь людям. Если у нас есть, мы хотим поделиться чем, что у нас есть, и дать тем, у кого этого нету или им не хватает. Поднять вопрос по поводу нуждающихся, чтобы люди не были безразличны. Ребята признаются, часть денег заработали, часть дали друзья для благого дела. Тем, кому действительно нужна помощь, подходили и просто отклеивали понравившуюся им купюру. Но находились и те, кто наоборот доставали из кошелька и вешали на куртку. Одна из таких стала и Ольга. Она в восторге от акции. Говорит, что просто не смогла пройти мимо и не дать хотя бы 20 гривен. Молодцы, что я могу сказать, молодцы. Я думаю, что надо помогать друг другу. И я с удовольствием присоединилась к их акции, приклеила им свою денежку. За один день ребята раздали больше 2000 гривен. Точную сумму никто сказать не может, так как не считали, сколько подкинули неравнодушные одесситы, подключившиеся к акции. Хочется верить, что подобных акций в городе станет больше, ведь помогать всегда приятно.